Сегодня у нас техно-день, и на обзоре будет капучинатор Китфорд КТ-712. Мы не представляем свою жизнь без кофе. И недавно подсчитали, что лично только у меня на капучино из ближайшей кофейни уходит около 3000 рублей. Тогда мы стали искать альтернативы. Решение – капучинатор Китфорд КТ-712. И вот три причины, почему именно он. Первое – это простота использования. Заливаем молоко и через 4 минуты получаем крепкую пышную пену. Плюс, благодаря бесконтактному соединению насадок и мотора, мыть нужно только емкость для молока. Второе. В комплекте есть целых две насадки. Одна вспенивает, а вторая смешивает. И три режима работы. Вспенивание с подогревом, смешивание с подогревом и обычное смешивание на холодную. Поэтому круг напитков значительно расширяется. Капучино, латте, глиссе, какао, горячий шоколад, различные соусы. И мы умудрились сделать даже омлет и протеиновый коктейль. Для качественного вспенивания нужно брать молоко не ниже, чем 3,2% жирности. Не стоит забывать, что капучинатор – это не блендер, и не нужно класть в него твердые продукты. Третье. Китфорд КТ-712 всегда и во всех режимах автоматически отключается по окончанию работы. Поэтому вы можете не бояться того, что молоко убежит или пригорит. И бонусом у капучинатора очень стильный минималистичный дизайн. Качественная сборка из металла и стекла. От прибора нет никаких посторонних запахов и лишнего шума. По итогу хочу сказать, что капучинатор окупает себя всего за один месяц использования. Как мы это подсчитали? Легко. Чашка капучино в кофейне стоит 150 рублей, а чашка домашнего капучино будет обходиться в 30 рублей. Выгода в 5 раз в нашу пользу. Налицо. Плюс экономия нашего драгоценного времени. Пиши в комментариях свой опыт использования капучинатора, а также самые любимые рецепты коктейлей на основе кофе. Thank you.